Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина празднует юбилей. Ей исполняется 80 лет. Хочу пожелать здоровья, сил, энергии, идей и удачного олимпийского сезона. Тамара Николаевна – это уникум. Она главный пример того, что даже в нашем фигурном катании можно оставаться человеком чести. Человек высочайшей культуры общения, интеллигентная во всем. Глубочайшее удовольствие доставляет слушать ее интервью. Сейчас Москвина работает с чемпионами мира Анастасией Мишиной и Александром Галямовым. А также Москвина работает с чемпионами Европы Александрой Байковой и Дмитрием Козловским. Поскольку парное катание также набирает популярность, как и одиночное, хочется затронуть эту тему более детально. Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков поделился мнением о переходе танцоров на льду Дианы Дэвис и Глеба Смолкина из юниоров во взрослые. Вот цитата Транькова. «Я не силен в танцах на льду, поэтому мне сложно рассуждать, готов ли дуэт Дэвис и Смолкин к переходу во взрослое катание. Шансы на Олимпиаду есть у всех», – говорит Траньков. Также Транькова спросили, за счет чего у дуэта Дэвис и Смолкин могут быть судейские преференции. У Ивана Букина ведь нет никаких преференций, хотя его отец Андрей Букин является олимпийским чемпионом. Траньков прокомментировал ответ, какие тогда могут быть разговоры. Это все глупости. «Я, автор канала, считаю, что отец Букина никакого влияния не имеет, а от мамы Дэвис зависят медали для наших девочек и для страны на всех турнирах. Так что с Дэвис, на мой взгляд, федерация будет считаться. А вы как считаете? Напишите в комментариях».